А теперь внимание на экран! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Невероятно, но здесь у нас 27 предметов. 5999 рублей. Бесплатная доставка и скидка 2400, максимальная скидка. Ты знаешь, Олег, в прошлый раз, когда появился этот набор «Гурман» в прямом эфире, мы продали его за один выход. Это было в декабре, я помню. Потом звонили, спрашивали, когда? Когда будет «Гурман» из 27 предметов? Вот он появился, я думаю, тоже на мгновение. Совершенно верно. А теперь разбираемся. Вы только задумайтесь. Вы за эту цену получаете 27 предметов. Пятислойная термоаккумулятор. Капсульное дно. То есть, приобретая данный набор, вам докупать больше ничего не нужно. Вы только взгляните на это качество. Друзья мои, даже солонка, перечница, вот он ваш набор. 27 предметов в едином стиле и пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Оль, но прежде чем я покажу еду, да, фритюрная сетка, я хочу показать сравнение. Друзья мои, скажите, бывают наборы, где неправильная крышка при падении, она трескается. Кроме того, мы обязательно расскажем об этой рыжке. Друзья мои, есть посуда, которая, внимание, ржавеет. Это тоже некачество. Есть посуда из нержавеющей стали, у которой ручки, вот обратите, как у этой, сломались. Есть посуда, где просто нету вот такого дна. А наша посуда сделана в едином стиле, потому что это высококачественная нержавеющая сталь. И первое, что мы, Оля, будем разбирать, это сковорода-сотейник. Ты взгляни, какие ручки. О, слушай, это получается, что можно вилочку положить? Здорово! Слушай, одна сковорода в магазине стоит 3000 рублей. Сковорода-сотейник лично проверяла. Ну ладно, если быть честной, 2890 рублей. И вам ее никто бесплатно не привезет. В данном случае у нас и сковорода, и 27 предметов. Целый комплект. Сегодня и только сегодня по красной цене для вас. Пылу жару забирайте. Слушай, что будем готовить? Дело все в том, что сковорода-сотейник — это универсальная, так сказать, часть, так сказать, нашей посуды. Потому что здесь можно и жарить стейки, и одновременно тушить. Потому что за счет термоаккумулирующего капсульного дна и высоты борта, внимание, 7,5 сантиметра. Вы взгляните. Только здесь можно это приготовить. А сколько много всего вместилось? Да, смотри, это еще вот не гостей, все. Если позвать, знаешь, вот, Олег, не знаю, как у тебя, я иногда две сковороды использую для того, чтобы приготовить на большую компанию. В данном случае одной сковороды будет достаточно. А сколько там диаметр? Диаметр нашей сковороды 24 сантиметра. Взгляни, только здесь, на нашей сковородке, получается настоящие томленые блюда, потому что наша посуда, весь комплект, имеет термоаккумулирующее капсульное дно, толщина которого, внимание, практически больше сантиметра, равномерно распределяется тепло, и это 5, взгляните, и это, давайте, вот как мне это держать, так. 5 слоев, давай, вот так вот. Вот я считаю, это по дугам, да, нужно 1, 2, 3, 4, 5, точно, 5 слоев. Слушай, скажи, пожалуйста, вот чтобы 5 слоев прогреть, для этого много электроэнергии нужно? Нет, или газа? Все дело в том, что конструкции именно в нашей кастрюле. Во-первых, напомню, это бренды, а значит, если вы заказываете бренд, вы получаете качество. Наша посуда имеет термоаккумулирующее дно, которое равномерно распределяет, то есть нижний слой у нас, внимание, идет нержавеющая сталь, потом идет прослойка 18/10, потом идет прослойка алюминий, опять нержавеющая сталь, прослойка и так далее. Оля, спасибо, вот мы сейчас продемонстрируем. Вот такие пластины находятся именно в нашем дне. Ага. Вот они находятся именно их так. Их там 5 штук, правильно? Их 5 штук, то есть можно создать эффект томления. Здорово, то есть получается, смотри, если мы разогреем, да, то долго будут тепленькими сохраняться, правильно? Тебя быстро остывать не будет. Совершенно прекрасно. Верно. 5999 рублей, вы думаете, столько сегодня стоит пятикапсульное дно в виде кастрюли огромного размера? Нет, целый набор вы сегодня получаете, а именно 27 предметов. Вы такого точно не найдете ни в одном другом магазине. Олег, да. Давай вот по отдельности все-таки посчитаем. Вот если бы вы, наши телезрители, пошли бы в магазин, да,
сколько бы стоил каждый предмет? А давайте посмотрим. Например, кастрюля самая большая, она бы стоила 1499 минимум, рублей. Минимум столько, да, стоит. 1200 сковорода, то есть ее бы пришлось отдельно докупать. Кастрюля, внимание, 1000 рублей, причем маленькая. Угу. И это, друзья мои, еще не все. Например, ковш, который очень важен для приготовления соуса или затока, 1200. Угу. Например, большой сотейник 1200, а у нас 27 предметов. Это вы покупаете 12 предметов 12, за эту зону. А у нас 27 предметов. Смотрите, здесь солонки, здесь подставка для солонок. Смотрите, это еще и бакелитовые подставки. Сковорода, сотейник, многочисленные кастрюли разного объема с крышками. Мне еще очень нравится, что здесь есть лопатки, шумовки. Да. Посмотри, это очень важно на кухне, чтобы они всегда были под рукой. Совершенно верно. Я попрошу сейчас продюсера назвать мне все объемы, помочь. Во-первых, самая большая кастрюля 6,5 литра. Она нужна для приготовления, допустим, заготовок. 3,9. Следующая 2,9. Угу. Я называю, знаешь как, вот эта пара для завтрака, Оля. Да. Это 2,1 кастрюлька, это для соуса тоже 2,1. Здесь можно яйца отварить, а здесь кашу для детей. Совершенно сделать. Верно. Дальше, Олечка, сковорода, сотейник. Но обратите внимание, что наша сковорода имеет профессиональное качество. Что это такое? Что это? Наша посуда не покрыта антипригарным покрытием в виде тефлона. Ага. Тефлон в природе, чтобы вы понимали, он выглядит вот так. Здесь не нанесено, а значит, никогда не отойдет и не попадет вам в желудок. Ух то ты. Есть это профессиональное качество. Клепанные ручки и пятислойное капсульное дно. Но это еще не все. Так, это посуда для вашего здоровья. Ваше здоровье сегодня стоит всего лишь 5999 рублей. Максимальная скидка 2400. Уже завтра 8399 рублей. Набор посуды 27 предметов. И что, здесь еще картошку фри? Картошка фри, потому что фритюрная сетка идет в комплекте. Более того, эта фритюрная сетка подходит для любой кастрюли. То есть она подходит и для большой, и для маленькой, и подходит также для сковороды сотейника. Слушай, Олег, вот скажи, вот для того, чтобы купить фритюрницу, вот ты бы смог освободить место на своей маленькой кухне? Ты извини, что я это периодически повторяю, но тем не менее, у тебя же маленькая кухня. У меня маленькая, но при этом наша посуда, она, Олечка, абсолютно компактна. Угу. Посмотрите, приготовление абсолютно разных блюд. Согласитесь, это теперь просто. А главное, вы хотите узнать, как сэкономить ваше пространство. Так. Друзья мои, я на ваших глазах 27 предметов просто экономлю пространство на вашей кухне. И это качественная нержавеющая сталь. Настоящее пятислойное капсульное дно, которое эффект томления нам делает. Кстати, фритюрница, вот еще раз скажу, у Олега маленькая кухня, и он не может себе позволить большую фритюрницу купить, правильно? Да. В данном случае она миниатюрная, она в комплектации. Отдельно фритюрница даже стоит 2000 рублей приблизительно. Она у нас здесь прилагается. Слушай, Оль, ну хочу еще немаловажную вещь рассказать. Практичность наших крышек. Смотрите, помните, я здесь кладу ложку или вилку. То есть это еще и подставка. Вы сюда можете положить ложку, вилку, и она никогда не упадет. Помните ваши старые, так сказать, крышки, которые падают, ломаются? Здесь все практично. И здорово, и не нужно потом протирать ничего. Звоните прямо сейчас. Специальное предложение только сегодняшнего дня.